говорим привет с отличного стадиона муниципальная здесь по мячам. Я отмечу еще в матче этом поединке стадионе Сарагоса. Это можно чуть видеть в обзоре стадиона, чтобы приконтрить информацию с обзором мяча. Сколько финалов не посмотри, это никогда не надоест. Здорово, что мы снова на футболе. Я не вижу свободных мест на трибунах. Команды будут играть в потрясающей атмосфере. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Увидел открывание впереди, делает передачу. Минуты Зарагоса и Фокузов в спенечку. And position to the championship and the forward is ready. And to the covered section, to the goal, to the last five, to the forwards, and that's a spectrum performance. And to the Wiganes and Saragossa. Ну, такой никуда не годится. Пас прямо соперник. Выходит он один на один. Гол, ты смотри, что творят. Буквально сразу же забивает второй мяч, и теперь у них большое преимущество. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. Как играет вратарь. Само видео с Кумпион М. Пусть обскакивает. Спорт ожидал. Пентон дал без матча победит. So, my video has come to an end. If you were interested to the listen to my comments in football matches and reaction and computer game, the FIFA vs Pro Evolution Soccer game, then I ask you like to and comment of to the vote like and the my videos games. I create these videos and enjoy to myself and hope you enjoy them. Thank you all watching in the once again is you to subscribe to my channel and Sport HD. Have a nice day everyone. Goodbye.